Французско-итальянская станция «Конкордия» возвышается над антарктическим плато. Ближайшее поселение людей почти в 600 километрах отсюда. Европейское космическое агентство использует изолированные условия станции для научного эксперимента. Жизнь на ней максимально приближена к той обстановке, в которой окажутся астронавты, отправившиеся в длительный космический полет или в экспедицию на Марс. Участники эксперимента, так же как и космонавты, на долгое время теряют доступ к привычным вещам. Они не видят травы и деревьев или домашних животных, круг общения ограничен, пространство для жизни тоже. При этом над станцией многие месяцы царит полярная ночь либо полярный день. Воздух холодный и разреженный, поскольку «Конкордия» находится на высоте 3000 метров над уровнем моря. Исследователи изучают, как организм человека адаптируется ко всем этим сложным условиям. Для того, чтобы контролировать свое настроение, мы ведем так называемые видеодневники. Затем анализируем их с помощью компьютерной программы, которая выясняет, как мы себя чувствовали, независимо от того, что говорили. Европейское космическое агентство проводит эксперимент совместно с британскими специалистами. Ученые считают, что исследование поможет усовершенствовать космические аппараты, а также продумать, какими должны стать будущие марсианские или лунные базы. Это имеет решающее значение для успешного выполнения длительных космических миссий.